хотели проект «Один в один», во время работы над которым мы перепробовали также несколько названий. Живую, да, и на подготовку у него было всего пару месяцев, поэтому, я думаю, можно удвоить аплодисменты. Я думаю, мы готовы двигаться дальше, и следующая исполнительница примерит образ звезды уже нашей казахстанской эстрады. Встречаем Дильназ Ахмадеева. Звезда теперь уже украинской эстрады Сердючка, естественно, встречаем! Спасибо, но мне кажется, вы грудь потеряли, не? У нее явно было побольше. Вы не хотите? Еще один вопрос есть. Как вам удалось так легко и непринужденно перевоплотиться в этот образ, такой неординарный? Я же об этом мечтал, но... Мечты сбываются, согласны? Ваши аплодисменты для Сердючки! Мы поскольку наше шоу, у вас действительно соревновательный характер, и первый для вас выступал Валерий Леонтьев. Ваши аплодисменты! Вполне заслуженно. Дина Захмадеева! Я думаю, честно будет вручить победу нашей казахстанской звезде Дильназ Ахмадеева номер один сегодняшнего вечера. Спасибо всем, что смотрели нас. Увидимся в следующем сезоне шоу «Один в один». До свидания.